Все дальше, дальше в памяти те дни, когда делились пайкой и нарядами. Полила немцев в нашем третьем батальоне, пали капкомат отец на флагстоном легоне. Слышит стук наших сердец, а в нашем третьем батальоне капкомат наш маленький. Давай накатим по одной, чтоб никогда не знать покой, и чтоб во всех делах всегда быть на плаву. Чтоб женщин до пьяна любить и никогда чтоб не забыть тебя, родной Белгород. Теперь о Женечке. Деньги теперь нет-нет, да и приснится наш строй курсантский и окрик Жеки «Черешата!». И как шальной с баяном я носился, зато как пели мы, не поет уж. Дегустация закарпатского вина 1986 года выпуска. Я думаю, вспоминаю молодость с каждым глотком. Я понял, это пошли три селёдки. Не смогу родную бурсу ЛВВ ПРУ. Старые кафе, верные друзья, и ничего забыть нельзя. Проходят дни, проходят дни. Надо Витю, Витю надо. Ты Миша, вот эту майку, что ли? Не, он говорит, вот эту майку, Витя как говорит? Конечно, Фефелов пускай приезжает ко мне, я его поселю. Ну, у них какая-то там любовь, потому что Фефелов знает, что этот... Он косячный, он все равно запорит какую-то, он везде опоздает, никуда не при... Плов, слышишь, они плов готовили. Он еще Витю, а Витя же не местный, понимаешь? В Новороссийске говорят, приедь в Кашино. Нормально? Есть Монина, которая Паша ездит, Монина станция, и есть Старая Купавна, где встречали вас. Он ему говорит, в Кашино, бля. А у него 300 метров до Кашино, поэтому, чтобы поймать Витьку в сети, понимаешь? Витя все, уже косой приехал, бля. Я говорю, Витя, ты с Курносовым когда связался? Oh,
оригинальный жанр, еще была какая-то такая всегда, да, постановка, что-то там играли, какой-то мизансцен. Вы еще менее талантливые, чем вы. Слушай, очень интересно, оригинальный жанр, что это у вас было? Ну, художественный свист. Там. Насрать по полу. Какая-то композиция. Мы с Вадиком Литвиным были не талантливые ни во чем. То есть нигде не играли, не участвовали. Ну, ничего не изменилось. И нас всегда говорили, вы будете играть фашистов. Ну, то есть война, там дети окровавленные, мы с Валиком, помню, разрезали такой плакат. Блядь, вас определили, да, чёрт. Да, и мы лазили там, фашисты. Первый курс мы с Валиком фашисты, второй курс с Валиком. На третьем курсе мы фашисты. Опять фашисты. Я говорю, блядь, минуточку, я уже кандидат. Члены партии. Члены, да, партии. Могу я, блядь, сыграть не фашиста, а красноармейца. А что нам командир... А что нам командир роты попал? Ответ... Знаешь, что он, ну, да, командир взвода? Он же жопа. Да, он же жопа. Знаешь, что он нам ответил с Валиком? А это рожи не выше. Нас жизнь бросала в дальние дороги, но каждый раз стремились мы к нему. Курсантской нашей юности истоки хранит надежно ЛВВПУ. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Как здорово, наконец-то все мы здесь сегодня собрались. Здорово, что все.